Всем привет, друзья! Сегодня у нас 5 мая. Поздравляю всех с праздником Святой Пасхи. Всем желаю крепкого здоровья, мира, спокойствия и всего-всего наилучшего. Я открываю свой дачный сезон 2024. Сильно показывать пока нечего, потому что у нас только-только начинается тепло. Вчера 16 было, сегодня вот как 25. На глазах начинают растения просыпаться. Вот. Вчера даже вот пузыреплодник, только почки были такие небольшие. Сегодня уже начинают открываться листочки. Холодно, холодно. Вот вчера мы здесь маленько я похозяйничала. Муж делал навозные грядки под кабачки, арбузы и огурцы. Вот. Я здесь кое-что убирала. Клематисы обстригала. Здесь у нас переломаны были все мои сооружения, которые под клематисы. Вот что осталось. Все это надо будет опять снимать. И хочу кое-что здесь пересадить. Клематисы. Вот. Конечно, нужно формировать по-другому цветники, но пока желаний нету. Во-первых, холодно, во-вторых, честно говоря, здоровья нету и желания уже нету. Пока наблюдаю так. Хотя скоро придут опять растения. Каждый раз себя хочу ограничить, но никак не могу. Вот. Никак не могу. Я говорю, сильно пока еще нечего показывать. Вот не могу вспомнить. 2 года не цвел, в этом году зацвел. Или это арабис, или что-то это другое. В прошлом году так все пышно было весной, а потом раз, резко засох. А в этом году радует. Спирейки начинают окрашиваться, медуницы, брунеры выходят, хосты выходят, рожки показали свои. Надо порядок наводить. Но не успеваем. То дожди идут, то холодно. Все нам не так. Так, пробежимся, посмотрим. Я говорю, пока сильно показывать нечего. Потому что издалека все смотрится, и вблизи тоже все смотрится еще пустовато. В этом году, слава богу, у меня пихта перезимовала, все хорошо. Но здесь работает крот. Прям здесь он хорошо работает. Ой, желуди, желуди, желуди эти. Птички натаскали желудей. Лилии вон выходят. Рановато, конечно. И хостом рановато, и лилиям рановато. А куда деваться? Тепло. И
пошли все растения. Ящерки бегают. Лох серебристый. Прострелы в этом году хоть маленько ожили. Вот которые гехерочки пересажены, те более-менее выглядят. А которые взрослые вышли из-под снега в хорошем состоянии, а сейчас они уже в плохом состоянии. Здесь и цветут у меня примулы, нарциссы, гиацинты. Пока не трогаю горшки, из горшков это вытаскивала осенью, обкладывала все. Вот эти комки. Ну, пока многие не трогаю. Не могу найти гвоздику вегетативную. Она 2 года у меня зимовала. Просто так. Вот так. Обкладывала просто растения и все. А в этом году, похоже, облом. Не перезимовали. Да, очень красиво смотрятся гиацинты. Крокусы цвели, рясно, красиво цвело. Вот. Ну, не снимала. Я вообще, как осенью закончила последнее видео, так и больше не снимала. Клубника у меня стоит голая. Там листочек, здесь листочек. Лучок только-только начинает выходить. Вот. Чесночок еще как-то более-менее нормально. Здесь мускари. Здесь сосна у меня. Елочка коника. О. Хвосточки, смотрю. Вот они, рожки показали. Вот. Конечно, хотелось бы, конечно, пересадить друг по-другому. Ну, и хочется, и не хочется в то же время. Здесь вот тюльпанчики. Сильно никуда не лезу. Астильбы вообще не трогаю. В прошлом году трогала астильбы. Вычистила все это дело. Потом морозы. Вот. И я не стала ничего трогать. Пусть так пока есть. Уже устаканится погода. Начнут они уже побольше выходить. Там уже начну все это вычищать. Цветают последние крокусы. Сейчас выходят мускари, гиацинты, тюльпаны, нарциссы, рябчики шахматные. Где-то я видела вон шахматные рябчики. Но здесь еще их пока не видно. Вот они. Барбарисики. Начинает просыпаться. Розы перезимовали плохо. Здесь уже видно шахматки такие. Мускари, главное, так интересно расположились.
как будто я специально так садила их. Да, розы очень плохо перезимовали. Они все черные. Ну, я высоту-то обстригла, получается. Я в прошлом году сильно не стригла их осенью. А эта роза, похоже, у меня совсем сопрела или сгорела, не знаю, что она. Ну, оставили пенечки, вдруг очухаются. Бузина просыпается. Ну, форзиция у меня опять мне веточку выделила для красоты. Полюбоваться. Морозненький он. Белый, красный. Я говорю, я пока никуда не лезу. Ничего не трогаю. Так, кое-где сухарики убираю, подчищаю. А так вообще пока стараюсь ничего не трогать. А то я всегда начинаю все вычищать. А потом начинается, то подмерзла, то замерзла, то начинаю выкапывать. Сейчас нет, хватит уже. Лучше подождем. Ну, хоть веточка рясненько так. В прошлом году вообще 3 цветочка было. А в этом году все равно хоть что-то есть. Гортензии метельчатые тоже начинают просыпаться. Ну, почки запускают. Вот сейчас начнет все оживать. Тепло стоит, хорошо. Хочу сирень посмотреть. Пруд нам надо будет менять. Пленка все уже сгнила. Пленку купили специально для пруда. Будем. Тепло будет, воду дадут и будем менять. Вот. Сиреньку мне дали гибридную в прошлом году. Почечки тут вот хорошие прям. Ее надо будет отсюда потом убирать. А то я так посадила. Это что мне? В конце августа давали. 7 лет ждала. Ой, 7 лет ждала. И вот дождалась я все-таки. Ну, вот рожки появляются, ухост. Я говорю, я пока даже ничего не убираю, ничего. Здесь нужно тоже прочищать барбарис. Вот. Вот маленько оживут растения. Хорошо начнут уже себя проявлять. И тогда начну чистить все. Здесь должно, я выписывала осенью, приходили мне много тюльпанов, мускари всякие, гиацинты. Ну, гиацинты-то уже цветут. Рябчики шахматные. Нарциссы. Ну, в этом году, похоже, может быть, увижу, может быть, не увижу новые нарциссы. Пока не знаю. Ну, все, будем заканчивать. Всем желаю крепкого здоровья, мира, спокойствия, процветания. У кого
как сказать, холодно тому солнце, тепла, дождичка и всего-всего наилучшего. С вами была Ирина.